Вы замечали, что в переписках часто вместо «прийти» люди пишут «придти». Так почему такая путаница? Дело в том, что в словаре Ушакова, который был издан еще в довоенные годы в начале 20 века, действительно были приняты две нормы этого слова, и 100 лет назад допускалось писать и говорить «придти». Но сейчас это слово не просто устаревшее, а недопустимое. Лучше не окунаться в прошлое и говорить «прийти». А вот в будущем времени буква «Д» здесь появляется. «Приду», «придем», «придешь», «придете», «придет».